Весь телеком рынок взбудоражился от совместной пиар-акции популярной телеведущей Ольги Бузовой и сотового оператора Билайн. Утром 1 апреля не только все аккаунты мобильного оператора в соцсетях, но и официальный сайт сменили название на Бузлайн. Вместо привычного билайновского логотипа видят новый логотип Буз на смартфонах в розовых тонах. В желтой прессе еще с конца прошлой недели появляются новости о том, что Ольга Бузова запустила собственного оператора. Но это всего лишь был 1 апреля. Апрельский розыгрыш. Таким образом, сотовый оператор Билайн решил провести интересную пиар-кампанию своих новых тарифных планов, которые были запущены в конце марта. На сайте Билайна, кроме внешнего оформления, появился раздел «Топчик девайсов от Бузовой», в котором со скидкой можно приобрести топовые смартфоны, и появилась реклама тарифных планов «Бузлим» и «Супербузлим». Однако, как предполагалось ранее, многими средствами массовой информации Бузова не запускала нового виртуального оператора связи и не планировала предоставлять услуги мобильной связи от Билайна под собственным брендом. Вот все говорят, Бузовой много, а я считаю, что Бузовой должно быть еще больше. Ну а чтобы вы стали еще ко мне ближе, я купила стабильно качественного мобильного оператора. Добро пожаловать в Бузлайн! Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!